Ильинку, по-моему, во время трансляции говорили о том, что победа одержана на Гроздостан. Да. Так и есть, да. И поэтому здесь, сейчас вы не отходите от своей концепции, Роман. Ни в коем случае. Я с вами полностью здесь согласен, потому что в этом бою, также с большим удовольствием и с заслуженной победой я бы хотел, может быть, предвосхитить и поздравить Дастана Шершеева. А вот как будет поистине и в реальном времени, это мы сейчас послушаем да. Владимира Сычева. В этом поединке решением судей победа присуждается спортсмену из Киргизии, Дастану Шершееву. Дастан Шершеев, Кыргызстан. И очень, он тренируется под руководством Руслана Крывыша в Витязь Файте в Москве. Это заслужит. Молодец, парень. Это заслужит.